Он, блядь, продолжает заказывать мне воду. Не знаю, кто именно, сразу говорю. Блядь, ухо не крепится, шлюха. Кто-то продолжает заказывать мне воду на адрес. В чем шутка, рофл? Я не способна понять. Это какой-то высокоинтеллектуальный юмор. Но мне в целом, если что, все равно. Ну, типа, пусть будет и вода, и вода. Мне-то что?